Итак, Янгми, чем могут заняться люди и зверушки на зверофесте? Там может быть вкусная еда. О, и музыка, и всякие игры для зверей. И ты можешь устроить там модный показ. Отличная идея! Но нам не хватает ГИ. ГИ? Главной идеи. Такой, которая соединяет все маленькие идеи вместе и улучшает их. Ой, у меня клиент, Янгми. Созвонимся. Какой милый бигль, симпатяшка. Я могу помочь вам? Да, можете, мисс. Я Бернард Солид, менеджер главных мировых звезд группы Soul Patches. Вы сказали Soul Patches? Самая успешная из всех самых успешных групп в мире? О, именно. Мне нужны ваши услуги. Недолго последить за этим чудесным песиком. Леди Йодали of the Хайди. Леди Йодали of the Хайди? Собачка Джейсона номер один? Мисс, все в порядке? Ой, простите, но вы не представляете, как я люблю Soul Patches. Расслабьтесь, милая леди. Со мной такое происходит постоянно. Джейсон номер один работает в городе с фондом защиты животных и не может уделять внимание этой малышке. И вы хотите оставить леди Йодали of the Хайди у нас? Это так здорово, это так здорово, это так здорово! Ой, простите, это очень здорово. Высокочастотные девичьи визги, профессиональный риск, если ты менеджер группы... Ну, вы знаете какой. Позаботьтесь о леди Йодали of the Хайди, маленькая зоомисс. Обязательно! Добро пожаловать в маленький зоомагазин леди Йодали of the Хайди. Зови меня Хайди, и все будет йодли-йодли-йод. Мечтаешь о любимом деле, пусть будутся твои мечты. Ну как заранее знать в мире счастлив, где будешь ты за бою путь, ты же выбрал путь свой маленький зоомагазин. За бою путь, ты же выбрал путь свой маленький зоомагазин. Маленький зоомагазин. Наверное, чудесно быть питомцем Джейсона номер один, Хайди. Ну, конечно, он же просто ю! Ого! А он еще и помогает фонду защиты животных. Все верно! Если кому-то нужна помощь, он и другие Soul Patches. Парам-парам-пам! Точно! А вот и главная идея! Мы с подругой хотим организовать фестиваль под названием Зверофест и... Это необычный поворот. Ага, и не говори, мы рисуем, а Минка модель. А обычно бывает совсем наоборот. Минка, перестань прыгать. Сложно рисовать суетливую модель. Суетливую? Во-первых, я обезьяна. И во-вторых, обезьяна. И в-третьих, я обезьяна. Мне нравится твоя идея, Блайз. Что за идея? Привет, зверушки. Это наша гостья Хайди. Мы с ней говорили о зверофесте. И это звучит... Я-ру-ру, я-ру-ру, я-ру-ру-ру, я-ру-ру. Зверофест правда состоится? Ты уже давно о нем нам говоришь? Я знаю, но я наконец нашла главную идею. Хозяин Хайди – Джейсон номер один из Soul Patches. Он работает в городе с фондом защиты животных. Фонд здорово помогает животным. Я знаю. И Зверофест может быть благотворительным фестивалем фонда, где выступят Soul Patches. Я думаю, Джейсон будет йодл-вау по поводу идеи. Правда? Чтобы узнать, спроси у него про это сама. Да, точно. И как это сделать? Легко. Джейсон даст сегодня интервью по поводу фонда. А перед этим он захочет отдохнуть в кафе-кафе. Он, наверное, там. Кафе-кафе, да? Это недалеко. Но я не смогу просто подойти и сказать об этом. Я занервничаю. Нечего нервничать.
Джейсон такой любезный. Да, согласен с Хайди. Ты сможешь, Блайз, я уверен. Ты прав, я должна. Если я уговорю Соул Пэтчес выступить, на Зверофест придет много зрителей, и мы соберем деньги на благое дело. И я буду реально обмениваться реальными словами с реальным Джейсоном номер один. Спасибо тебе, что пошла со мной, Янгми. Потому что я немного волнуюсь. Ты шутишь? Как я могу упустить возможность увидеть Джейсона номер один? Посмотри, Янгми, вот он! Он чудо! Да, просто мечта. Эй, вы не могли бы... Ой, простите. О, извините. Спасибо. Все, можно идти. Пошли, Янгми. Поговорим с ним, пока совсем не разволновались. Мяу. Ой, поздно. Я уже. Ого, ты сказала, я люблю тебя, Джейсон, по-кошачьи? Правда? Шутка. Хватит глупостей, пошли. Кажется, я не могу, Блайз. Стоит мне только открыть рот, он услышит звериные звуки. Не беспокойся, я сама с ним поговорю. Что плохого может случиться? Бам, бам. Хайди, надеюсь, Блайз и Янгми уговорят твоего хозяина выступить на Зверофесте. Идея Блайз ему понравится так же, как нам. Зверофест будет просто ю-ху-ха! Слушайте, может, мы что-нибудь сделаем для Зверофеста? Да, я знаю, что мы можем сделать. Расскажи. Ну, все питомцы Соул Пэтчес играют на инструментах и немного поют. Я пою много. Мы создадим группу для Зверофеста! Это просто фантастически шикарная идея! И мы все можем помочь шоу. Я могу создать суперспецэффекты для концертных номеров. Там будут лазеры, дым-машины и пушки с конфетти. А Винни и я будем сидеть за пультом на шоу. Да, просто мы оба типа специалисты. Прекратите! Не надо! Этим точно нужно другое задание. Ладно. Я пошла. Простите. Привет, Джейсон номер один. Все в порядке? Конечно. Со мной такое все время. Ну, а ты не против, если мы поговорим о фонде защиты животных? Конечно. Тот, кто падает так, как я только что видел, заслуживает моего полного внимания. Знаете, я могу разогреть публику перед выходом Зоуи и Хайди. Привет! Короче, хорошая шутка. Это уж мы решим. Ладно, три питомца заходят в зоомагазин и... Как их зовут? Это не важно. Для меня важно. И для меня. Ладно. Три питомца, Минко, Пенни Линк и Пеппер, заходят... Выкинь, Пеппер. Что? Почему я должна ее выкинуть? От нее чихает, как от перца. О чем ты говоришь, Минко? Откуда мне знать? Ты комик, Пеппер. Дайте мне рассказать шутку. Давай, развлекайся. Как бы я хотела. Короче, эти три питомца, Минко, Пенни Линк и Пеппер, заходят в зоомагазин, и они... Отлично! Из-за ваших реплик я забыла шутку! Пеппер, если ты выдерживаешь такую публику, ты будешь... Па-дам-па-дам-пам! А
это хорошо. Даунтаун Сити был бы лучше без машин. И без грузовиков. И без людей. О, смотри, Бритни! Том, это Джейсон номер один. Ты права, Уитни. И он говорит с кем-то, кто не мы. Жаль его. Какой кошмар, Бритни. Это Блайз. Блайз Бакстер говорит с Джейсоном номер один? А, это плохо по многим причинам. Франсуа, паркуйся! Это типа срочно! Возможно, ты не знаешь, Хайди, но я главный хедлайнер в зверином мире! Ты права, я этого не знала. Договорились, я буду солисткой нашей группы. Хайди, милая, надо спешить, мне вот-вот на сцену. Поехали! Поза! Еще одна! Наряд! Я! Муа! Прости, Зои, но твои действия в фантазиях — это... Ох, такова жизнь главной звезды фестиваля. Некогда быть шикарной! И поэтому ты и Сол Пэтчес должны выступить на Зверофесте. Ты согласен? Конечно! Я понимаю, о чем ты, Блайз. Это отличный способ привлечь внимание к исчезающим видам. Отлично! Хайди говорила, что ты согласишься. Что? Моя собачка Хайди сказала тебе это? Я сказала Хайди. Я хотела сказать Хайдрейнджа. Она моя подруга, ты ее не знаешь. Она человек, а не зверушка, которых я понимаю, типа того. Ладно. Джейсон! Мы увидели, что ты говоришь... С Блайз! И подумали, что тебе нужно помочь! Эй, я вас знаю, да? Типа, да! Вы играли на нашей вечеринке! Так вы трое работаете вместе! Это круто! Фонду защиты животных нужно много помощников, да, Блайз? Да, очень много. А мы пришли типа помочь. Да, мы любим защищать животных и все типа такое. Вообще-то, Джейсон, эти девочки и их отец имеют огромное влияние в городе. Уверена, они помогут нам получить парк Даунтаун Сити для фестиваля. Да, девочки? Да, да, мы сможем получить парк. Даже не беспокойтесь. Ого, этот день становится все лучше и лучше. Ладно, мне нужно бежать, но Сол Пэтчес точно выступит на Зверофесте. Меня только что обнял Джейсон номер один! Ах, типа, нас тоже! Спасибо, что подбросили! Вы можете ничего не придумывать для фестиваля. От вас нужно только разрешение на выступление в парке, хорошо? Это были самые скучные 10 минут в моей жизни. Да. Теперь тут пахнет простыми людьми. Фу. Почему это Блайз заставляет нас типа работать? И не говори. Зачем нам разрешение использовать парк? Мы раньше всегда все делали без разрешения. Зачем нам начинать сейчас, да, Бритни? Ты, как всегда, права, Уитни. А то... Однозначно. Типа. Ага. А потом наш фестиваль закроет выступление Сол Пэтчес. Ну, что думаете? Я обычно не думаю, но звучит чудесно. Отлично! У Хайди тоже неплохая идея для Зверофеста. Да, провести свой Зверофест внутри Зверофеста. Правда? Как это? Ну, мы хотели создать группу и выступить на фестивале перед зверушками. Я не думаю, что это хорошая идея. Нет, это не очень хорошая идея. Это отличная идея! Ура! 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 Ура!
Ох уж это Блайз и ее игра слов. Она сделала вид, что ей не нравится идея создания звериной группы, а в последний момент она все переиграла и раскрыла, что ей все нравится. О, дружище, я отвлекся еще на ох. Здравствуйте, мистер Солид. Приветствую, маленькая Зоумисс. Спасибо, что последили за главной собачкой Джейсона номер один. Они явно хорошо заботились. Это наша работа в маленьком зоомагазине. Вы говорили с Джейсоном номер один после обеда? Да, я говорил. Мистер Джейсон рассказал мне о фестивале. Хочу сказать, вы очень благородная леди, раз хотите помочь фонду защиты животных. Не проблема. Это отличный фонд. Ну что ж, тогда позвольте мне удивить вас, назвав другие группы, согласившиеся выступить. Другие группы? Вот именно. Dull Shinies, Adam и Spider Monkeys. И только что вернувшиеся из тура в каком-то отдаленном месте Polar Vortex. Прошу, не вещайте, у меня очки на исходе. А, конечно. Спасибо. И мы решили, что с выступления на Зверофесте начнется мировой тур защиты животных с новым альбомом Soul Patches. После этого они будут на гастролях почти год. Ого, похоже, вы будете заняты. И вы тоже, маленькая леди. Вам надо организовать фестиваль за 2 недели. 2 недели? Вы сказали 2 недели? Угу. Поздравляю вас, милая леди. Это довольно серьезная задача. Что ж, у меня 2 недели на организацию самого крупного фестиваля в городе. Или Soul Patches у нас не выступят. Я ни за что не успею сделать это за 2 недели. Мне придется позвонить мистеру Солиду и передать Джейсону номер один, что я не сумею. Тебе надо успокоиться, Блайз. Ты это сможешь. И знаешь почему? Ты сможешь, потому что ты Блайз Бакстер. Ты крутая и делала много невозможного в прошлом. Вы правы, друзья. Я смогу. Янг Ми будет со мной, и я попрошу помочь Сью, Джаспера и Кору, папу и миссис Томбли. Мы тоже хотим помочь! Конечно! Мне нужна ваша помощь. Времени мало, но если все будут участвовать, мы сможем справиться! Да! Спасибо всем, что пришли. Не представляете, как я вам благодарна. Так, для начала нам нужны деньги, поэтому первый пункт – найти спонсоров. Ну что ж, пошли! Нет покоя. Нет мне покоя. Мы играли день-деньской, потеряли мы покой, разучили все на 5. Все поставили на кон, потеряв покой и сон, нам больше нечего терять. Хотим себя мы показать, хотим концерт свой лучший дать, а значит надо рисковать. И покоя нет, так хочется жить опять. Так. Мне нужно арендовать кое-какое оборудование. А вы подготовьте то, что нужно, чтобы фестиваль выглядел профессионально и прошел без проблем. Вы сможете? Зверофест. Я трудился и потел, инструмент до дыр дотер, упражнялся день и ночь. Но свеч стоила игра, было это все не зря, смог себя я превозмочь. Приводи всех друзей сюда и танцуй. Зверофест. Пусть запомнят они всегда, что мы никогда не сдаемся. Нет мне покоя, что же такое? Нет мне покоя. Отлично, ребята, развешиваем плакаты, за дело. Что же такое? Нет мне покоя. Все отлично, но может я могу еще? Нет мне покоя, что же такое? Ладно, Блайз, сосредоточься. Почти получилось. Хотим себя мы показать.
Зверофест. Нет, так хочется жить опять. Припаркуйтесь вон там, пожалуйста. Ну что, ребята, сегодня Зверофест! Оборудование здесь! Давайте все устанавливать! Стоп! Минуточку, мисс! Что это вы делаете? Готовимся к Зверофесту. Самый большой фестиваль, который только видел город! Тут проводить фестиваль нельзя! Нужно разрешение, чтобы проводить фестиваль в парке! У нас есть разрешение? Уитни, Бритни, покажите ему разрешение! Разрешение? О, нет! Слушай, рабочий! Мы должны были получить разрешение, но не получили. Так что просто отдай его нам. Типа, сейчас. Невозможно. Нужно подавать заявление минимум за неделю. А, тогда ты дашь нам провести фестиваль, типа, без него. Да, без него. Нет разрешения, нет фестиваля. Что с вами такое? Я дала вам одно поручение, а вы его не выполнили! Бритни, кажется, мы дали маху. Как типа скажешь, Уитни? Нам негде проводить Зверофест! Что мне делать? Озвучено студией СВ Дубль по заказу ВГТРК в 2016 году.